полку дипломированных специалистов прибыло. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил выпускников Московского политехнического университета. Подробности в следующем материале. Позади экзамены и 6 лет учебы, а пока прощальный танец. Менеджеры, экономисты, юристы, а еще электротехники и машиностроители. В этом году филиал университета выпускает более 450 специалистов. Вот отдельные специальности очень востребованы. Кто на самом деле пошел на риски, на ответственные шаги, где там знания физики, математики не просто так даются отдельным, да, отдельным это хорошо дается. И с этой точки зрения я хочу пожелать вам одного. Надо сейчас просто на рынке труда посмотреть, где ваши профессии востребованы, с одной стороны. Давайте пожелать вам дальнейших успехов уже в трудовой деятельности. За годы учебы ко многим студентам присматриваются работодатели. Ребята практикуются на ведущих предприятиях города. Работать начала до получения диплома. Работаю инженером-сметчиком. Работа мне моя очень нравится. Их называют элитой вуза. Более 30 студентов получили красные дипломы. Среди отличников немало активистов, спортсменов и стипендиатов. Среди вас обладатели специальных стипендий главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность, специальных стипендий правительства и президента Российской Федерации, обладатели научных грантовых программ. Пропуск в профессию получен. Глава Чувашии пожелал выпускникам успешной карьеры. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.